смещение в центр, удар от Роговика, и это пятый мяч наконец-то забивает Роговика. Я говорил, друзья, я вспоминал, что может забить Роговик, очень хорошо готов на старте сезона и конкретно в этом матче. Вводить будет мяч из аута Андрей Семенюк. Хорошая пятка, удар, и что, и мяч в воротах, 1-0. А Минск выходит вперед. Смотрим повтор. Классный розыгрыш. Вот здесь поймали. Удар фортом. Гол! Илья Круковский! Сравнивает счет в матче. Прошил буквально Чпулиса, стенку всех вообще прошил. Все прошил, все, что надо, сделал. Давайте смотреть еще раз повтор. У нас Волпер. ВРЗ. Это было неожиданно даже для комментатора, наверное, там. Давайте повтор. Так, Артем Якубов. 29 номер. Делаем экран. Прочитал действия игроков Меркурия. Заброс направо. Выдвигается вперед Пышков. Удар низом, и мяч влетает в сетку. 1-1 в концовке первого тайма. Владимир Пышков заряжает пушку, и Чербаченко Вячеслав был просто бессилен перед этим выстрелом. 10-го номера, разумеется, Меркурия. Классно. Классно все сделали. Забирает сразу же быстро вперед Синицкий. Синицкий, здорово! Удар в касание! Это гол! Синицкий 3-0, но понеслась. У Витена удачная полоса, уже третий мяч в ворота охраны залетает. Здесь здорово Синицкий разбирается. Смотрим. Где мячик застрял, по створу-то летел. Но футзал беспощаден в этом плане. Момент, удар, и что у нас здесь? У нас второй мяч залетает в ворота УВД. Ничего себе! Давайте смотреть, как это вышло. Вроде... Красивый гол. Смотрите, как обыграл двоих. Движение и пробил. Вот открыли ему сами. Шел сам. Здорово. 1-1. Забивает. Лось очень красиво перебросил сейчас Лукшу и повели футболисты из Гомеля. Классный гол. Я думаю, что где-то в топе голов тура он точно может оказаться. Повтор здесь на клубе, но в центре здорово развернулся. Дмитрий дотащил мяч до 6 метров и